Игра такая получилась боевой, интересной с точки зрения зрелищности. Наверное, все, кто пришел на стадион, и все получили удовольствие огромное. Хочу отметить команду «Факел». Да, то есть видно, там и тренерская рука, то есть активно ребята, молодцы. Я думаю, что смена хорошая растет, с хорошим настроем. Хочется поблагодарить и команду, и тренера, да. Очень хорошая боевая команда, мне очень понравилась. Ну, с точки зрения, конечно, если разбора игры, да, были ошибки, безусловно, да. Но это молодость, это все поправимо. Огромное спасибо своей команде, ребятам, да, за то, что в разных ситуациях проявили характер прежде всего, да. Ну, вырвали победу, значит, это стоит отметить.